Слово «донор» в переводе с латинского означает «дарить». Стать донором – это значит подарить надежду на выздоровление, надежду на жизнь. 22 сентября в Центре профессиональной подготовки Главного управления Министерства внутренних дел России имени Героя России Тинькова проводился День донора. Курсанты этого учебного заведения не в первый раз становятся участниками такой необходимой акции, рассказывает Юлия Погосян. 22 сентября по графику Московской областной станции переливания крови в Ленинском районе состоялся День донора. По традиции в нашем районе их 8 в году. 4 в Развилковской амбулатории и столько же в Центре профессиональной подготовки. На этот раз сдавать кровь предстояло ученикам школы милиции. От желающих не было отбоя. Пусть себя на другое место поставят, это, грубо говоря, может быть, им тоже поможет эта кровь. Они могут сдать, а она же может их к ним же и вернуться. Многие из тех, кто сегодня пришел сдавать кровь, становятся донорами не первый раз. Однако были и новички. За 4 курса обучения в школе милиции Андрей решился сдать кровь впервые. В кабинет молодой человек заходил с приподнятым настроением, ведь он точно знает, что его вклад спасет жизни. И после процедуры поделился своими впечатлениями. Пришел, иголку воткнули, и все, перекачали из меня всю мою кровь. Что-нибудь чувствовали вы, боль? Да нет, все приятно, хорошо, спокойно, врачи хорошие. А вот некоторые участники Дня донора уже, можно сказать, стали ветеранами этого дела. 22 года назад авария на шахте, где работал Сергей Сидоренко, в корне перевернула его жизнь. Родственники пострадавших в той катастрофе обратились к нему с просьбой сдать кровь. Он согласился, и с тех пор помогать людям для него смысл жизни. Для меня это уже как определенное вдохновение. Я знаю то, что моя кровь хотя бы кому-то, но поможет. Мое большое сердце хочет помогать людям. Вообще в Ленинском районе нет нехватки донорского материала. По вторникам и средам в Видновской больнице происходит забор крови. В каждый из этих дней около 12 человек становятся донорами. Но чтобы банк крови не иссякал, необходимо постоянно его пополнять. Один человек-донор, он может за день спасти минимум 2 человек, нуждающихся в переливании. Вот. И чтобы никто не боялся сдавать кровь, если здоровье позволяет, то это даже полезно для организма. Идет обновление красного ростка, вот. И у человека возрастает самооценка. Стать донором может каждый. Достаточно спросить у себя, зачем мне это надо. Если ваш ответ «я хочу внести свой вклад в спасение жизни людей», то вам непременно надо быть донором крови. Юлия Погосян и Адами, Наталья Буслаева, Видное ТВ.